Опа! Ой, по тебе стреляю. Надо дробовик, наверное, брать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Серега, как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Приветики, омлетики, котлетики. Ребятушки, вы же поняли с названия, что сегодня мы будем проходить офигенную карту хоррор, называется «Классный сон». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Мне не нужно сюда. А мне сюда нужно. Да. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день, стараемся снимать что-то классное, хайповое, которое попадает в тренды. Так, я ванну попринимаю немножко здесь. Не, вода не идет. Толкан не работает, ну я грязный. Обоссанный. Опа, Серега упал. Опа. Это сон? Ну да, называется же сон. Это мы во сне получается уже. Ой, этот эффект знаю, в Гарри Смодион есть. Ого, а что это сок? Она там зеленая, здесь синяя. Голубое даже такой. Зеленый, дальтоник. Это эффект. Ребят, настроение отличнейшее. Просто офигенно. Так, давай еще раз поклацаем здесь, потому что мы ничего не пропустили. Мы же знаем, что здесь всякое бывает. Туковины заныканы. Не, все вроде бы нормально. Погнали. Опа, мое любимое. Опачки. Ой, дверь на себя. О, начинается. А ну, Серега, переводи. А у меня ничего не вылезло. Да? У меня тоже. Ха-ха, ладно, вылезла и пропала сразу. Так, начинаем симулятор дверей. Камеры. Вот это тюрьма. О, звуки стрёмные, ребята, пошли. Тут кровяк один. Да я вижу. Зеленый светится. О, идем сюда. Где это мы? Ух ты. Burning City было написано. Горящий город. Это нам по столбу надо дойти туда. Ты же, это выстрелы, да, какие-то или что это? Да. Ой, аж на голову прыгнул. А что это такое? Ой-ой-ой, офигеть. Cold water. Ой, а меня отталкивает. А это телепортирует, если упадешь. А, нельзя упасть, какая я шла... понял. Опачки. Опа-па. Ага, туда. Наверное, туда и не надо. Ого, ветер такой прикольный. Карта мне нравится, очень антуражно сделана. Так, где это мы еще раз? Flying Island. Вообще. Так. Экс. Опа. Еще одна дверь. Одна дверь. Офигеть, а где это? Это вообще хоррор карта? По идее, да, наверное, хоррор. Потому что звуки страшные. Блин, мне нравится. Антуражно, наверное, сделано. Смотрю, как будто дерево какое-то, а это дым оказался. Да. Дым какой-то. Разработчику респект. А пирамиды вообще какие-то? Это пирамиды. Где это мы? Я вообще не понимаю, по каким местам мы ходим. Это да, двери. Везде двери. Опа, смотри. Черный человек. Get this far impressive. Английский, я так знаю сильно. Так, а что нам надо? Нам надо дверь туда попасть. Юджорный. А что надо этому челику? Я его побил. Блин, плохо, что тебе текст не пишется на экране. Goodbye. Another time on place. Увидимся в другом месте. О, посмотри, куда он идет. И мы за ним дойдем? От заразы. Нет. Закрыл калитку. Значит, эта дверь сейчас откроется. А вон, смотри, рожа ржет там и стрелочка. Может, назад нам? Не. Дверь закрыта. Может, сюда? А че мы? А че она не открывается? Мы прошли ее, кажется, она такая короткая. Да не, не может быть. Да не, не может быть. А там же, я же читал описание, там в конце появляется-то черный человек и все. Так 4 минуты!
Ну давай вторую часть. Давай вторую часть тогда сразу. Так, ребята, запустили мы вторую карту. Вторую часть. И вот мы продолжаем с того места, где мы закончили. Погнали. Закрыто все. Наверное, вот эта дверь центральная будет, да. Давай, Дим. Теперь ты вперед иди. Скример, да, какой-то будет? Так. Это Half-Life? Лежат. Подожди, а вот тут можно открыть можно? А вот Черик 3 замороженный стоит. Это криокамеры. Стазис камеры, мне кажется. Да? Ну, пусть да. Стазис будет. Так, пошли. Ну шо, в цитадели Half-Life? Ну что-то похоже, кстати. Горит. О, оружие взяли. Кто-то бегает. А я слышу. Снизу, видимо, кто-то под нами. А что там за внизу? А, то пожар. Пошли, наверное, сейчас будет стрельбище. You need them. Это выдается нам постоянно оружие или что это такие за звуки? А вот тут лесенка, Дим, смотри. Ага, я вижу. Пошли, и пошли. Снова дверь. Хе-хе, ты что за фигня какая-то? Опа! Ой, по тебе стреляю. Надо дробовик, наверное, брать. Уничтожил. Так, заряжаемся. О, вот это мне уже нравится, такой хоррорец. А тут кнопки какие-то, Дим. Нажимай. Ну-ка. И зайти туда не могу. Они смотрели все это время за мной. Дима, тут это с первой локации, вот. Ну, с первой карты, смотри, локации. Ага, они наблюдали, да, за нами? Я понял, да. Вот эта комната как раз, ребята, где мы вначале были, вот она. Так, понятно. Пошли дальше. Вон портал. Портал, Дима. А у меня эрорка. Опа. Смотри, как это уже локация. Интереснее намного. Внизу что-то вообще. Такое-то. Да. Респект человеку, который делал эту карту. Да какая видно, фантазия у него. Да. You finally found you... Мефекер. Well, you were able to... You prison. Извините за мой английский. Но моя мечта выучить английский язык. Вот что-то хочу и все. You need speak English. Only третий levels. Опа. Это тот же самый челик, да? Его убил. Опа. Слышишь? А что тут на экране изображено? Тревога. Да, может сейчас еще стрельбище будет? Может быть, ну-ка. Ничего здесь нету. The end. Ну, я считаю, ребята, что в Гаррис Моде надо все карты уметь проходить. Уметь. И проходить, и делать. И что, и все? Вот это и все? Я буду злиться. Я сейчас взорвусь. Что-то такая короткая. Еще короче, чем первая. А ну, что там наверху? Давайте наверх взлетим, посмотрим. Может, тут что-то есть? Так, закрыто. Там тоже закрыто? Да. Все везде закрыто. А ну давай еще полетим, посмотрим. Мы везде были. Ну да, вот все локации, где мы были. А может тут есть тоже какая-то концовка, типа? Ну я смотрю. Там, где мужики в труханах танцуют. Нет, дальше ничего нету. Ну и все, вот это и вся и карта. А че они такие короткие? Че нельзя было в одну пхнуть? О, кого ты там мочишь? А тут челики были. Я понял, сейчас мы еще тут побегаем. Да, ребята, вот такая вот карта из двух частей. Это, наверное, самый короткий хоррор, который мы с Серегой проходили. Короче, еще никогда не было. А где ты их мочишь? Да тут в офисе Брина, помнишь, мы были? Они тут заспаунились, оказывается. Так, а я сейчас... Ага, вижу. Вот, они отсюда полезли. А ну что тут? А, ничего здесь нету. И здесь, да, ничего нету? Все, ну, короткая карта, ну блин. Ну прикольно, коротко, но прикольно. Тут не хватает, конечно, чего-то какого-то экшена, вот тут только немножко муравьиных львов помочили и все. Ну, вот такая карта, ребята. Просто что у него получается 5 звездочек, да? Да. Если вам понравилось прохождение этой короткой карты, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Как эту карту.